56 18 18 222 07 78. С Олегом Кухтой мы познакомились в Рязанском училище воздушно-десантных войск. В 94 году он стал лауреатом нашего фестиваля. После училища была Чечня. Сейчас Олег в госпитале, но врачи разрешили ему сегодня выступить. Поет лейтенант Олег Кухта, воздушно-десантные войска. Мимо русского села русская пехота, отступая с боем, шла численностью рота. За околицею вяз и живой, и древний, неожиданный приказ защищать деревню. Я на крышу пулемет разреши, хозяйка, вот консервы на обед, вот и хлебопайка. А хозяйка молода, да чего ж пуглива, косы расплела, боже, как красиво. Ой-ой-ой, русские шинели от горячей крови, крови почернели. Ой-ой-ой, русские шинели от седого солнца, солнца посидели. Сколько лет, 16 мне, парень, я с Урала. За все эти годы мне довелось немало, а я смерти не боюсь, парень, я отпетый. Только жаль, что не женюсь, не узнаю это. Артисты, которые любят наш фестиваль и с удовольствием принимают в нем участие. Группа «Любэ».